Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова. Сегодня у нас в гостях Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Да, и как слушатели могут догадаться, сегодня мы говорим о детской стоматологии, о том, с чего начинается здоровье наших зубов и полости рта наших детей. Да, вот это основа основ, о которой следует знать, наверное, каждому. Да, и так меняется с годами, с каждым годом детская стоматология. Конечно, главный принцип, на мой взгляд, да, вот помню, как я в первый раз пришла в стоматологию, главное — это чтобы было не больно. Вот этот принцип, что как комарик укусит, да, что ничего не заметишь, он сейчас работает, или, может быть, вообще дети уже там так приноровились, специалисты, что эти боли не чувствуют. Да, что сейчас, какие тенденции в развитии стоматологии? Подготовка должна быть длительная, Ольга, расскажите. На сегодняшний день детская стоматология достигла серьезных успехов в области научных разработок, ведущих проблем этой специальности. Широкого научного и практического развития в детской стоматологии достигло обезболивание, которое проводят для диагностических и лечебных мероприятий. То есть, как вы сейчас уже сказали, нам для лечебных, да, ну и для диагностических тоже мероприятий проводят обезболивание. Расширился арсенал пломбировочных материалов, то есть у нас сейчас очень много новинок с точки зрения именно в детской стоматологии применения. Но ведущим направлением работы врача-стоматолога детского остается профилактика стоматологических заболеваний в детском возрасте. То есть, чтобы не приходили мы со множественным кариесом, а чтобы была профилактика и вообще не было, получается, проблемы кариеса. Да. До болевых ощущений. Это называется первичная профилактика. То есть у нас профилактики бывают разные. Вот. А первичная профилактика, именно она направлена на невозникновение кариеса у ребенка. Вот профилактика стоматологических заболеваний у детей вышла за пределы стоматологической поликлиники. Она распространяется на женские консультации, на детские дошкольные учреждения. И нужно отметить, что профилактика кариеса зубов у детей – это важная задача, о которой должны заботиться родители. В первую очередь, конечно. В первую очередь. А что из себя представляет эта профилактика? То есть еще, получается, в женской консультации вы говорите, да? То есть мамочка еще когда беременна, до рождения, ей уже рассказывают о том, как сберечь здоровье зубов. Да, свои зубы, и уже должна мамочка заботиться о стоматологическом здоровье еще не родившегося ребенка. То есть тут, пока он еще в утробе находится? Да, пока он еще... А как это можно сделать? То есть, во-первых, полость рта мамы должна быть санирована. Вот. Во-вторых... Поясните, пожалуйста, про санацию. Значит, если у мамочки какие-то есть стоматологические проблемы, то есть кариозные зубки, вот, они должны быть вылечены. Все в процессе беременности? Конечно. Желательно, конечно, на этапе подготовки, потому что для беременных специальная анестезия применяется. То есть и стрессовый фактор, поэтому лучше, конечно, на этапе подготовки и на этапе планирования беременности. То есть заранее. Все, что там у нее не подлежит лечению, надо удалить, значит. Ну, полностью санация полости рта. Чтобы не было очагов хронической инфекции, чтобы это по вертикальному пути не передавалось плоду. Ты, как Анастасия Васильевна сказала, что беременность нужно, конечно, в первую очередь планировать. Ну, а там уже, конечно, своевременная постановка на учет в женской консультации и, конечно, введение у специалиста, акушера-гинеколога. Вот. Мы знаем, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Современная детская стоматология, вот как раз она ориентирована на первичную профилактику стоматологических заболеваний, то есть, еще раз повторю, на их невозникновение. Важную роль в сохранении стоматологического здоровья детей играет стоматологическое просвещение родителей.
Зачастую к нам приходят родители, которые, ну, вообще они даже вопросы, да, задают, а нужно ли лечить зубы ребенку. Слабо осведомленность родителей вообще ситуацию полости рта у ребенка и вообще. Как вы с этим работаете? Вот, занимаемся стоматологическим просвещением, да. То есть методом убеждения? Да. Убеждения, да. Какие-то мини-лекции, то есть консультационный формат. Необходимость ухода за зубами ребенка, она все-таки должна быть родителям понятна. То есть мы вот в доступной форме объясняем, для чего это нужно. Вот. Как сохранить зубки детишкам здоровыми надолго. Значит, если с детства учить ребенка правилам гигиены полости рта, то с возрастом уже эти навыки, они перейдут в привычку. Mm-hmm. Да, они перейдут в привычку. А если ребенок не привык ухаживать за своей полостью рта, то же ему все это знать и уметь? Ну, пример берется родители, поэтому нужно родители должны начать с себя в первую очередь. То есть гигиеническое воспитание, а не только детей, но и самих себя в первую очередь начинать с себя надо. Mm-hmm. Чтобы ребенок, например, родителей видел. Да, ну, давайте вернемся к тому моменту, когда молочные зубки еще только прорезаются. Да, и, Ольга, поясните, пожалуйста, прорезаются зубки, когда нужно уже начать как-то за ними следить, каким образом, и, собственно, когда их следует уже показать специалисту, врачу. Чтобы зубки малыша были здоровыми, о них нужно регулярно заботиться. Начинать чистить зубы детям следует с момента их появления. То есть молочные первые временные зубы, они у нас прорезываются примерно в 6-8 месяцев. То есть тут сроки индивидуально. В 6-8 месяцев прорезываются в 6-8 месяцев. Вот. Но это все как бы сроки прорезывания, они индивидуальны. У новорожденного малыша зубки отсутствуют. Поэтому достаточно будет просто ухаживать за полостью рта. То есть уход полости рта вообще с момента рождения ребенка. Каким образом? Родители обрабатывают полость рта путем протирания салфеткой после кормления, смоченной в кипяченой воде. Протирают. Таким образом, из полости рта ребенка удаляются остатки молочка или смеси. Вот, ну, значит, то есть уход, собственно, за полостью рта еще происходит у нас до момента прорезывания зубов, да. И следует отметить еще то, что если ребенок находится на искусственном вскармливании, после кормления лучше попоить водичкой. Чтобы смыть желательно, остатки смеси. Да, чтобы все это... Ну, особенно во время ночного кормления, то есть во избежание появления бутылочного кариеса. То есть такое явление, когда сладкие смеси или сладкие кисломолочные продукты на ночь выкармливаются из бутылочки. И вот эта вся эта сладкая среда остается в полости рта, что как раз способствует появлению кариеса первых молочных зубок. Поэтому вот этот бутылочный кариес – очень распространенное явление у деток именно грудного возраста. Кормления. Именно ночного кормления. А почему именно ночного? Ну, потому что ночью ребеночка покормили, дальше он спит, а вот эта смесь, вот эта среда кислая во рту, она воздействует, влияет на зубы, да. Вот, поэтому надо, конечно, водичкой попыть, чтобы хотя бы во рту сполоснуть всю эту кислую среду. Вот для того, чтобы ухаживать за первыми зубками грудничка, ну, как я уже сказала, в принципе, никаких специальных средств и приспособлений для этого не нужно. Салфеточка чистая, смоченная кипяченой водичкой, полость рта обтирается. Для этого возраста такой процедуры бывает достаточно. Да. Так, значит, в год можно подобрать для ребенка специальную детскую щеточку. Вот. Значит, давайте еще обратим внимание, прошу прощения, что перебила вас, на гигиену игрушек. То есть когда зубки прорезываются, используют прорезыватели, то есть специальные игрушечки, которые ребенок может каким-то образом грызть, да, деснами, вот когда чешется у него это все. Здесь какая обработка должна быть? Ну, то есть обработка личных вещей ребенка, сосок, окружающих предметов, игрушек, она должна быть на соответствующем уровне, потому что во время прорезывания зубов особенно беспокоит ребенка зуд,
и хочется десенки почесать и что-то в рот потянуть. Поэтому обязательно все игрушки нужно мыть, обрабатывать кипяченой водой и предотвращать без такой... средств. Да, без применения средств определенных. Обязательно профилактировать, когда соска, например, упала, есть у мамы, у родителей привычка облизать соску и обдать обратно в рот. Да. То есть, вот, получается, свои микробы, свою флору мы передаем ребенку. То есть этого категорически делать нельзя. То есть только под кипяченой водой, если где-то на прогулке, то есть бутылочки обмыть, и только в таком случае. Вот. То же самое и с ложками, когда мы ребенка кормим, ложку не облизываем, остатки с ложки, потому что, что часто бывает за мамами замечено, только если что-то помыть или об краешек баночки как-то, краешек, ну, избытки потереть. Поэтому вот именно свою флору мы не передаем ребенку. То есть это как бы... То есть это может привести к развитию каких-то... Ну, конечно, и кариеса, воспалений, и типа стоматитов. То есть вот почему мы говорим, что язвочки на слизистой у ребеночка появляются, это вот из-за грязи, потому что либо игрушки грязные во рту, либо соски, которые где-то падали, либо вот такая инфекция, которая уже и от родителей передается ребенку. Это вот она выражается в виде стоматитов, герпесов. То есть это уже заболевание десен и слизистой. Да, возвращаемся к первой зубной щетке. Значит, в год можно подобрать для ребенка специальную детскую щеточку. Но надо сказать, что вот эти вот прорезыватели, щеточки лучше покупать через аптечную сеть. Специализированную. Да, да, через аптечную сеть. Значит, она представляет собой небольшой колпачок с щетиночками, с силиконовыми. Гибкий силикон, материал гибкий силикон. Для того, чтобы почистить зубы ребенку, достаточно надеть щеточку, колпачок одному из родителей на указательный пальчик и смочить щетиночки теплой водичкой. И проходит у нас процесс, гигиенический процесс. То есть вот процесс очищения зубиков. То есть не травмирует десны и зубки? Нет. Специально силиконовый, как на пальчник колпачок. То есть щеточка такая, это первая щеточка для первых зубок. Процедура комфортная, и таким образом мы ребенка приучаем гигиеническим навыкам. То есть постоянно, чтобы ребенок чувствовал, что во рту что-то есть, что после еды, после завтрака мы начинаем гигиенические процедуры. Чтобы не было это сюрпризом, когда родители говорят, а зубы же молочные не выпадут, и начинают чистить только там, когда появляются первые постоянно зубы, это 6-7 лет. То есть миф такой, что зубы чистить не надо. А вот объясните, почему это не так? Ну, действительно, то есть мы говорим, что зубы надо чистить еще даже до их появления, то есть начиная от протирания салфеточкой и затем использовать первые щетки, чтобы ребенок привыкал к этим гигиеническим процедурам, чтобы это были такие же элементарные нормы, как причесаться, там, заправить кровать, сходить в туалет. То есть это вот, ну, должно быть в правилах гигиены. То есть здесь вопрос только лишь привычки, или это может повлечь за собой какие-то другие проблемы? Ну, конечно, если хронически не чистить зубы, это ведь и мягкие зубные налеты, и отложения твердые минеральные, да, камни появляются, и кариес потом в процессе, то есть не только кариес, а заболевание десен, которые потом, с которыми тяжело очень бороться, и в принципе приходят дети иногда на таких плачевных стадиях, состояниях полости рта, что иногда думаешь, о чем, куда смотрят родители вообще. Да, Ольга? Да. Особенно потом это уже в подростковом периоде вообще выливаться в очень серьезные неприятности. То есть навыков у ребенка чистки нет, родители за этим не следят, сами зубы иногда порой не чистят, вот особенно вечером перед сном, то есть не считают необходимым. И поэтому как бы ребенок это видит и сам живет также по таким же принципам. То есть бывает уже в подростковом возрасте удаляются постоянно зубы, то есть иногда зубы разрушаются настолько, что потом в будущем, через несколько лет, это только протезирование, замещение зубов путем уже протезов. Иногда бывает и съемных, то есть особенно дети, которые с района, там как бы как-то печально, если в городе как-то более интеллигентные люди, которые где-то вот с районов приезжают, часто бывает, тем более там у них нет ни стоматологов, малообеспеченные, кабинетов стоматологических нет, то есть нет возможности у людей. То есть им вдвойне, втройне надо следить за своей гигиеной полости рта, и то есть, ну, бывает, что печально, конечно. Да, бывает, что даже люди не знают того, что зубная щетка это вообще она индивидуальна. Что вот бывают такие случаи, когда сталкиваешься, что мама, допустим, с ребенком одной щеткой пользуется. То есть ситуация, конечно. Вот. И они в этом, в принципе-то, не видят ничего даже плохого. То есть здесь только просвещением работаем. Да, обязательно стоматологическое просвещение. Как говорят, стоматологическое здоровье делается дома. Вот, и с раннего возраста. Конечно. Поэтому первой зубной щеточкой пользуются
Также утром и вечером, то есть после завтрака, после ужина. Утром, после завтрака, вечером перед самым сном. И уже когда ребеночек уже примерно 2-3 годика достигает такого возраста и имеет возможность полоскать ротик, споласкивать, после каждого приема пищи ротик прополаскивается. Ну, можно просто даже водичкой из-под крана, да, просто сполоснуть ротик. Ну, приветствуются, конечно, ополаскиватели, тоже очень хорошо, ополаскиватели. Более вот, в старшем возрасте, да, уже с разбавлением. С разбавлением. И, ну, конечно, все это лучше покупать через аптечную сеть. Лучше. Вот. Идем дальше. Первый визит к стоматологу, когда он должен состояться? В каком возрасте? Первый визит к стоматологу вообще это испытание непростое для ребенка и для его родителей. Профессионалы в области детской стоматологии рекомендуют посещение специалиста уже с появлением первых зубов. Как вот мы сказали. Знакомительное. Да, первый визит в 6-8 месяцев. Угу. Желательно. Для чего это делается? Но как подготовить? Вот как подготовить ребенка к этой не всегда приятной для него процедуре? Ну, в первый раз он, может быть, даже не понимает, что это неприятно. Он чувствует? Конечно. Наверное, только от родителей. Страх передается только от родителей, да. То есть и негативные эмоции передаются, что будет не больно, будет не страшно. То есть родители такими вот мнимыми не-частицами, они просто ребенка запугивают. То есть ребенок, не зная, куда идет, он уже насторожен, он уже испуган. То есть что там с ним будут делать? Частицу не отбрасывают. Да. Да, психологически. Да, надо настраивать ребенка на позитивный настрой. И да, что. И вообще, в принципе, даже не распространяться. Ну да, посмотрит доктор, там что-то будет делать, но не использовать вот в обороте речи вот какие-то нечастицы, или там тебе там не будут делать укольчик, или не будут сверлить, то есть дети еще не знают об этих понятиях, то есть мы сами начинаем им привязывать какие-то штампы и ярлыки. Стереотипы, да, которые потом вызывают уже, понятно, что ребенку это непонятно, поэтому надо, конечно, опускать обороты речи такие. Да, вот родители, как правило, этот поход уже начинают обсуждать дома. Им уже страшно самим, как это пройдет. Да, конечно, любимое чадо отдавать. Да, накручивает себя, накручивает ребенка. Ребенок, он очень чувствителен, он чувствует и поведение родителей, и эмоции родителей. Поэтому тоже начинает настораживаться. Особенно, когда это первый поход сопровождается всеми членами семьи, вплоть до бабушек, дедушек, когда они приходят всей толпой в качестве поддержки. То есть иногда нам, конечно, бывает непонятно. Конечно, мы там мило улыбаемся, нам это забавно, но ребенок в шоке, почему столько народу и что это за такое важное место, событие, что как бы, то есть, ну, в принципе, не нужно там особо там придавать большого значения это, то есть, и вот делать такой акцент именно на том, что вот ты там вот, конечно, надо похвалить ребенка, что ты молодец в конце, если все прошло хорошо, но для этого и нужно привести его, когда еще нет проблем, то есть часто мы уже, особенно родители, ну, забывают о том, что да, полость рта и зубы, и за ними нужно ухаживать, и приходит, когда уже у ребенка полный рот кариеса, зубы болят, все болит. Конечно, ребенку больно уже изначально. И когда доктор начинает там смотреть что-то во рту и болезненные ощущения, то все равно это провоцирует дополнительный стрессовый фактор. И, конечно, ребенок начинает кричать, плакать, потому что ему изначально больно. Поэтому и нужен вот этот профилактический визит. Это очень важно, потому что одно дело, мы придем вот с профилактической целью, да, в уютную, комфортную обстановку, к гигиенисту стоматологическому лучше прийти, вот. Вот, да, гигиенисту стоматологическому. А когда ребенок приходит с болью, когда он накануне не спал ночью, когда не спала вся его семья, они приходят все взвинченные, накрученные. Ребенок весь, ну вот вы понимаете, да, что вот ночь не спал. Вот, приходит в дежурный кабинет за оказанием помощи. Да это если еще выходной день. Вот, конечно, о каком там комфорте может быть речь. Напряжены все. Да, все напряжены, вот, все раздражительные. Доктор виноват, доктор делает больно, да, доктор плохой, вот отсюда вот это все крайним идет. Остается доктор, который, ну, сами понимаете, что ребенок, допустим, он же не просто малыш, сядет и откроет ротик. Зачастую приходится прибегать к помощи родственников и медицинского персонала. То есть вот такая складывается недоброжелательная атмосфера. Доброжелательная атмосфера, уютная, да, и все вот как бы... А как вы эту проблему решаете? Вот у вас...
Как это решается? Ну, проблему именно вот таких пациентов. Да, но все равно бывает такое. Нельзя ничего предугадать в жизни нельзя. Заранее. Ну, вот на то случается. Да, детский специалист, что специально вот стоматолог детский, который именно вот работает с родителями, зачастую успокаивает. Проводить. Родителей. Да, не только ребенка, да, но да, и родителей. Да, да. Тут специальный вообще подбор слов ласково к ребеночку, там, открой ротик, там, и давай мы сейчас польем водичкой, там, подуем ветерком, то есть специальная лексика к ребенку, то есть более ласковый тон голоса, там, какие-то уговорчики такие, то есть там мы насильно не раскрываем ребенку рот, стараемся все-таки делать тактично, и даже если он кричит, то есть успокаивать, вселять ему веру и надежду, что все хорошо, что как бы, что доктор-то неплохой, потому что ребенок же не ощущает, то есть родитель держит, вцепился в ребенка, и всем страшно, и ребенку больно, конечно, поэтому врач все-таки подбирает слова, то есть он должен быть еще и психологом тонким. И психологом, да, и педагогом. И педагогом, да, то есть очень много в себе черт и характера сочетать для того, чтобы вот, ну, все успешно прошло, и оказать помощь ребеночку, то самое это главное, что снять эти болезненные ощущения, то есть специальный подход детской стоматологии только так, то есть если взрослый как-то может себе взять руки, то есть ребеночка только уговаривать, то есть все аккуратненько, тактично, то есть только так в детстве. Да, да, прибегают таким методикам, что покатать в кресле, потрогать, даже возможность что-то инструменты в пистолете, да, где-то. Популяем водичкой, да, из пистолетика. То есть как-то переключать внимание со страха, с эмоций. Солнышко в ротик посветит. Ну, да. Переключаем внимание ребенка, стараемся. Но родителям, конечно, всегда даем ценные указания, чтобы такого в следующий раз больше не было. Вот, подготовку какую-то, да, эмоциональный фон настроить. То есть. Поэтому лучше вот и профилактически визиты вот с этой точки зрения. То есть надо почаще, можно раз в полгода ходить к таким специалистам, как врач, гигиенист стоматологический, который проводит очистку полости рта и рассказывает родителям и объясняет ребенку на моделях зубов, как правильно чистить зубы, какие движения нужно совершать, то есть какие щетки, пасты использовать. То есть чтобы родители знали и контролировали чистку ребенка. Потому что до 10 лет детям нужно чистить зубы. Ну, то есть ребенок чистит, и еще родители должны дочищать. Потому что нет еще особого навыка, особенной мотивации, поэтому родители обязательно должны участвовать в этом вопросе и контролировать чистку. То есть первый визит у нас к стоматологу-гигиенисту. Гигиенисту. Который, еще раз, что он сделает с ребенком? Гигиенист стоматологический, значит, осматривает зубики у ребеночка, дает рекомендации по гигиене полости рта, показывает мамочке, как нужно ухаживать за первыми зубиками. Но это ведь может быть не... Ну, как бы в идеале это, конечно, 6-8 месяцев. Ну, ладно, в годик уже педиатры нам отправляют. То есть гигиенист в полном объеме родителей осведомляет, что нужно делать, что нужно исключить из питания, потому что бывает такое, что уже в 6-8 месяцев у нас сладости, употребляют чупа-чупсы или денчики и не считают это вообще никаким как бы преступлением. Да, то есть вот... А в этом возрасте бывает. Как вот именно подобные сладости могут сказаться на здоровье зубов? Желательно, чем дольше ребенок не знает, что такое сладкое, тем лучше. Потому что все манипуляции из-за сладкого, когда он уже почувствовал вкус этот, попробовал, начинаются уже манипуляции. То есть они, то есть не родитель воспитывает ребенка, а ребенок воспитывает родителя. То есть вот за счет этого просят сладкое, капризы, то есть расстройства. Поэтому мама говорит, да, давай, даже мы сейчас сходим к стоматологу, потом я тебе пойду и куплю конфетку. Вот это прям вот у нас вообще бывает. Или когда они пришли в стоматологическую поликлинику, идут по коридором, и ребенок с чупа-чупсом во рту. То есть, ну, нам, конечно, нас немножко коробит, но мы как бы в силу своей интеллигенции иногда не можем сказать это вот так, прям отвести в сторонку. То есть, это, конечно, мы на приеме, я лучше подойду к гигиенисту, скажу, вот у вас там сейчас сидят пациенты, вы, пожалуйста, скажите, ну, беседу, лекцию про именно про сладкое, особенно про чупа-чупсы. То есть, строго нет никаких сосалок, никаких чупа-чупсов, то есть, детям вообще нельзя это есть. Потому до какого возраста? Вообще лучше, и даже взрослым, и детям. То есть, лучше шоколадная конфетка одна с утра, например, там, за завтраком, и после этого обязательно мы чистим зубы, отправляем ребенка в садик, в школу и все. То есть до обеда лучше сладкое в первую половину все-таки дня есть. И в очень минимальных количествах. То есть и один раз, допустим, договориться с ребенком так, а вечером там или днем это уже будут там сладкие фрукты, там что-то другое. Так, ну, только не сосательная конфета, это точно. То есть ни сосалки, ничего чуть-чуть строго нет. Вот. А как же, вот если есть ситуация укачивания в машине, да, говорят, ну, что... Ну, тогда, конечно, леденцы проще. Без сахара.
все-таки. Ну, либо что-то жевать, потому что... Жевательная резинка, да, очень да, хороший вот. Вариант. Жевательная резинка. С ней какая ситуация у нас? Жевательная резинка – это у нас дополнительное средство гигиены полости рта. То есть вот жевательная резинка, по поводу жевательной резинки вообще, конечно, можно говорить долго. Вот, значит, жевательную резинку можно жевать с какого возраста, ну, рекомендуется примерно не раньше, чем с 3 лет. Под контролем родителей. Сразу после приема пищи, когда зубная щетка у нас бывает недоступна, то есть у нас жевательная резинка, она жуется не на голодный желудок. Примерно 5-10 минут после еды. Жевательная резиночка. Этого потом достаточно. Это, да, жевательная резиночка. А почему на голодный желудок нельзя? Выделяется желудочный сок, то есть мнимое идет, переваривание пищеварение идет. Идет. Процесс пищеварения мнимое идет, а пищи-то ведь нет. Поэтому это желудочными проблемами, только, может, кишечными да. расстройствами закончится. Поэтому только после еды, и то в случае, если нет возможности почистить зубы, там с чем-то сполоснуть рот, то есть это вот как просто доп. Средство, как Ольга сказала. Вот, и потом жевательная резинка, это у нас тоже проблема, заворачивается в бумажечку и выбрасывается в мусорное ведро. То есть даже навыки всего рассказывается. Вот. Ну, как дополнительное средство гигиены имеет место быть. Но не дольше 5-7 минут буквально, потому что потом избыточное жевание, то есть избыточная нагрузка на мышцы идет, и уже болезненное ощущение в суставе. То есть у детей очень челюсть нижняя подвижная, поэтому вот пренебрегать вот временем не следует, потому что потом в будущем могут возникнуть проблемы с суставом. Вот потому что челюсть растет быстро, и мышцы еще пока слабы. Поэтому вообще как бы жеванием лучше не жевать долго. Да, вот мы, собственно, и переходим к проблемам, к болезням, которые могут возникнуть, а могут не возникнуть в детском возрасте. И уже, Анастасия, переходим к вашей теме непосредственно. Да. Про бутылочный кариес мы уже рассказали. С какими проблемами еще могут столкнуться родители и детки вот в этом возрасте, в раннем? Ну, также часто беспокоит родителей все-таки проблема неправильного прикуса и неровных зубов. Это можно определить уже при первом посещении стоматолога? Ну, в принципе, где-то это в 2-3 года уже можно определить, потому что, в принципе, если нарушение в размерах челюстей или какая-то наследственная аномалия, это уже видно. Вот, в принципе, даже гигиенисты и любой стоматолог, если видит какую-то аномалию или что-то в полости рта его беспокоит, тогда он уже отправляет ребенка и родителей на консультацию к ортодонтам, то есть к нам по поводу неправильного прикуса как раз неровных зубов. Вот. Как правило, только 30% аномалий является наследственностью, то есть там размер челюсти, количество зубов наследуемое от родителей и от ближайших бабушек, дедушек. Вот. Но все даже остальное... количество зубов. Да, 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 даже количество зубов, форму, размер челюсти. Вот. То есть это все причины родом из детства, что называется. Но все остальное это приобретенное в процессе роста, развития, то есть начиная уже после рождения малыша проблемы. Потому что в грудном возрасте в первую очередь самый большой риск к появлению неправильного прикуса это длительное сосание или невозможность отказа от соски пустышки. Вот. То есть пустышка зачастую используется родителями не только для удовлетворения сосательного рефлекса ребенка, но и даже чаще ради собственного покоя. Да, чтобы успокоить да, ребенка. Да, то есть, ну, как показывает практика, вредные привычки чаще возникают у детей, которые ощущают острый дефицит внимания от родителей. То есть, и они заменяют вот эти вредные привычки, они возникают как раз вот способ компенсировать этот дефицит. Вот. Ну и вследствие длительного сосания соски у нас происходит инфантильное теплотание возникает. Это когда ребенок при проглатывании слюны и разговоре язык прокладывает между зубными рядами. И возникает открытый прикус, так называемый, что затрудняет жевание, то есть откусывание пищи. Ну и потом все-таки сосательный рефлекс у нас должен к году угасать. Поэтому от сосок, от пустышек мы должны где-то уже отказаться к году. То есть кормить ребенка из чашки с ложки, поить из кружки через краешек, поэтому, чтобы не было проблем в будущем с прикусом. Часто потому что родители, дети потом уже начинают манипулировать, опять же, родителями, то есть в 1,5-2 года нам сложно отказаться от соски, там он без соски не засыпает и так далее, и так далее. То есть, ну, тут надо как бы тактично, очень мягко, постепенно, но начинать уже где-то с возраста там 10-11 месяцев, потому что потом уже ребенок самостоятельная единица и требующий очень большого внимания, и, то есть, и все вокруг, в семье бегают вокруг него, как бы, а не наоборот, то есть, вот.
Ну, значит, вот мы уже сказали, что также соская пустышка может провоцировать особенно грязное появление различных заболеваний десен, еще ведь стоматитов. Форма соски важна. То есть, ну да, лучше ортодонтические, конечно, скошенные и силиконовые. Они есть просто различного размера по возрасту, то есть, соответственно, месяцам. Поэтому соску нужно подбирать, она растет вместе с ребенком. Потому что большую соску тоже в рот не засунешь ребенку. То есть, и бутылочки тоже, если там ребенок искусственное вскармливание находится, то определенное количество дырочек, определенная даже толщина стеночек соски должна быть. То есть это все как бы можно проконсультироваться либо с педиатром-консультантом по грудному вскармливанию, по искусственному вскармливанию, либо ну, то есть у провизора в аптеках. Вот. Ну, следующей еще такой причиной особенной, да, часто появляющейся, приводящей к аномалиям прикуса, это является нарушение дыхания. То есть часто дети у нас дышат ртом или смешанным типом. Вообще в норме ребенок должен дышать носом. Но дыхание затрудняется почему? Либо ребенок часто болеет, вот, либо он аллергичен. Да? То есть отек носа, полости носа возникает, рот приоткрыт. Таким образом, с течением времени эта привычка вредная, она закрепляется, идет сужение зубных рядов. Опять же, когда зубные ряды сужены, возникает сужение зубных рядов. Ближе друг к другу зубы находятся? Почему? Потому что у нас рот не прикрывается, щеки оказывают давление всегда на зубы. А если рот не прикрыт, у нас теряется сохранение полости рта равновесия, который вот мышечный баланс, да, и получается сужение зубных рядов идет вперед, то есть вот по наклонной. А так как у нас зубные ряды уже сужаются, появляется дефицит места для зубов, и зубы начинают наклоняться друг на друга и расти очень плотно. То есть после прорезания постоянных зубов родители отмечают, что зубы скучились, места им не хватает, то есть это проблема и для прочищения. То есть в будущем в этих местах, конечно, будет появляться кариес. Поэтому тут все зависит от того, как мы правильно воспитываем ребенка, чтобы он не болел, то есть вообще жалеть его в этом плане. То есть, чтобы помогать челюсти правильно расти, то есть нужно вообще способствовать развитию естественного иммунитета организма в целом. То есть контролировать полноценное питание ребенка, занимать его физическими упражнениями, закаливать, то есть предупреждать детские простудные заболевания. То есть, и даже осанка важна. Конечно, да? Конечно. И в случае вот болезни, например, своевременно и до полного выздоровления лечить ребенка, чтобы не было каких-то остаточных явлений. Потому что, еще раз повторю, что очень важно следить, чтобы ребенок дышал именно носом. То есть носовое дыхание очень важно. Вот. Ну, еще вот к аномалиям тоже частая причина достаточно, это ленивое или вялое жевание у детей. То есть это когда дети ленятся жевать, отказываются от твердых продуктов, например, там мяско не едят, там что-то корочки, или мама яблочко мне в терочку потри, вот, и запивает во время еды. Вот это тоже. То есть почему это так важно? Потому что вовремя недостаточно стираются определенные зубки, например, клыки, челюсть плохо растет, то есть нет нагрузки жевательной, которая передается на мышцы, на десны, на пародонт. Челюсть плохо растет. Опять же, идет задержка роста челюстей, челюсть узкая, маленькая, зубам некуда помещаться. Опять начинает скученность возникать, то есть зубы друг на друга прорезаются очень тесно, плотно. Ну вот, то есть неправильные прикусы, неправильное положение зубов. То есть твердая пища должна быть. Да, морковка, обязательно, репка. Обязательно. То есть дети должны получать твердую пищу, то есть требующую усилий даже для разжевывания, я бы так сказала. То есть это свежие овощи, фрукты, отварное мясо, черствый хлеб, корочки, то есть все, что как бы способствует именно жевательной нагрузке, хорошей такой жевательной нагрузке. Ну и самое главное, во время еды не запивать. То есть это только до, либо после приема пищи. Это тоже важно. И тогда мы будем стимулировать и жевание, и активный рост. А когда челюсть хорошо, правильно растет, тогда и появляется место для зубов. То есть и зубки будут вставать правильно, как надо. Вот еще хотела добавить по поводу, значит, культуры потребления пищи в детских, образовательных, дошкольных учреждениях. Хочу обратиться к педагогам, чтобы все-таки они детишек не торопили, когда они кушают, чтобы ребенок тщательно прожевывал пищу, вот, и чтобы, соответственно, пища будет лучше усваиваться. Чтобы не заглатывать, не запивать. Да, не торопить ребенка, когда он кушает. И по поводу еще вот носового дыхания, профилактика дыхания ртом. Обязательно детишкам нужно носовые платочки отправлять в детские сады, чтобы у ребенка был носовой платочек, чтобы он мог сам заботиться о состоянии гигиене своего носа. Да, гигиене носа. Ну и педагоги в детских образовательных дошкольных учреждениях тоже должны как-то, если у ребенка носик не дышит, как-то своевременно отправить его
в туалетную комнату, да, или в медкабинет. Вообще, чтобы ребеночек сам заботился о гигиене носа. Чтобы уже с детства была такая ответственность за собственное здоровье. А лучше еще родителям проводить дыхательную гимнастику с детьми. То есть помимо вот какой-то физкультурной зарядки, даже вот на уроках вот для начальной школы, помимо физкульт-минутки, когда там пальчики устали там размяться, встать, еще рекомендуем какие-то дыхательные упражнения посмотреть. Это что такое? Расскажите. Ну, в интернете большой комплекс дыхательной гимнастики есть, то есть с задерживанием дыхания, то есть на вдохе, на выдохе. То есть это очень важно для профилактики как раз вот дыхания смешанного. То есть обязательно носовое дыхание мы стимулируем, чтобы свободно было, для чего гигиена носа нам нужна. Поэтому вот какой-то комплекс из 2-3 упражнений, помимо физических, еще и дыхательную гимнастику. То есть она будет профилактировать вот это дыхание, дыхание ртом. Чтобы ребенок правильно рос. Потому что сейчас каждый второй аллергик, каждый второй болезнен. То аденоиды, то миндалин увеличен. То есть дети часто болеют, да, иммунитет очень слабый у детей. Поэтому сплошь и рядом, когда на прием приходят такие пациенты, это видно. То есть рот приоткрыт. То есть мы таких детей ласково называем полоротики. Поэтому, как бы, конечно, детей обращаем внимание, во-первых, и детей, и родителей, и учим родителей, как гимнастику проводить. То есть комплекс упражнений даем определенный, напечатанный. Вот, то есть, чтобы родители занимались с детьми. То есть это очень важно, это именно дома делать. То есть, конечно, там доктор как-то мотивирует, зарядит, там консультацию проведет, но обязательно вся ответственность, конечно, только на плечах родителей. Потому что профилактировать это надо. Если фактор риска есть, фактор риска мы устраняем, но профилактика и дальнейшими какими-то упражнениями должны заниматься дома дети с родителями. Наверное, на сегодня это все, что мы успели, о чем мы успели поговорить в программе. Давайте еще небольшую памятку для родителей, будущих и настоящих, о том, как все-таки следует следить за здоровьем полости рта деток, да, маленьких, когда первый визит к врачу. Очень кратенько, по пунктам. Немножко резюмируем, да. Значит, профилактика кариеса зубов и его осложнений, значит, делается у нас дома, профилактика, ложится на плечи родителей. То есть, как мы уже сказали, что задолго до рождения ребенка, с момента планирования беременности, первый визит к стоматологу 6-8 месяцев. Значит, очень важно регулярно чистить зубы 2 раза в день, утром и вечером, утром после завтрака, вечером перед самым сном. Четвертое. Ограничение потребления сладостей, рациональное питание. Питаться нужно регулярно, чтобы зубы были здоровыми, необходимы такие микроэлементы, как фтор, фосфор, кальций. То есть это у нас рыба, молочные продукты. Очень важно исключать перекусы. Значит, перекусы конфеткой, утолять голод. Конфеткой. Только за завтраком. Поделились. Да. И несосательные. Вот. Регулярные профосмотры у врача-стоматолога. Ну, там уже по возрасту, как у нас, допустим, уже в 3-4 года почаще. Получается, раз в 3-4 месяца уже начинаются профосмотры. Если ребеночек уже в более старшем возрасте, в подростковом, раз в полгода достаточно. Активное жевание. Значит, роль в профилактике кариеса и его осложнений, роль имеет физическое развитие и закаливание, но также бережное отношение к зубам. То есть тут не открывать зубами крышки, вот, не потреблять контрастную пищу, холод горячий, вот, значит, не откусывать леденцы зубками тоже, да, не раскусывать конфетки. Ну и профилактика, конечно, травматизма в детском возрасте. Это уже тут идет отдельной строкой, значит, тоже на плечи родителей. Профилактика травматизма. Качели, горки, зимой коньки, тоже горки, вот, так что... За детишками надо приглядывать. Один из важнейших факторов, конечно, это же настрой родителей. Конечно. Чтобы они были готовы, готовили своих детей. Мягко, да, предварительный осмотр, чтобы все было в свое время.
Вот. Итак, спасибо большое, что пришли к нам. Сегодня у нас в гостях была Ольга Макарчук, детский врач-стоматолог, заведующая отделением детской стоматологии, и Анастасия Глухих, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим кабинетом детской поликлиники Кировской клинической стоматологической поликлиники. Спасибо большое за подробный рассказ. Спасибо вам. Надеюсь, что спасибо мы с вами еще встретимся и продолжим обсуждение именно стоматологических ситуаций в детском возрасте. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Слушайте доктора. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.